Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем выживать в замечательной игре State of Decay 2. И это вторая серия. Ну что ж, я посчитал немножко ваши комментарии. И все стало ясно. Как мы будем все это делать, черт его знает. Но я постараюсь выжить. У нас еще улучшается мастерская. 7 минут. 30 секунд нужно будет подождать, но сидеть мы на базе не будем, поедем дальше, поищем чего-нибудь. Я вижу, что здесь, например, есть отступники, и вот здесь вот я бы, наверное, посмотрел, что здесь есть. Но у нас есть миссия торговца друг беде. Типа нужно съездить и посмотреть, что там происходит. Я бы, наверное, вот сюда доехал. Не стал бы я, конечно, здесь перемещаться на машине на всякий случай. Так что съездим, посмотрим и, может быть, даже разведку сделаем. Посмотрим, может быть, здесь что-то есть из материала. Мне материалы нужны очень сильно. Чем больше, тем лучше. Бензинчик у нас вроде бы еще есть. Так что... Так, надо поговорить у нас там с подругой. Что-то ей не нравится это задание. Так. Я их знаю, у них цены заоблачные. Зачем мы вообще рискуем, идя на контракт с другими группами? Торговля поможет нам возродить мир. У нас и так ничего нету. Она еще что-то возмущается. Давайте продадим вот это. Так, Лили Ридл тут появилась. Будет нам давать задание по поиску Рэя Сантоса. Так, давайте рюкзачок заберем. А ей вот этот отдадим. Все, отлично. Розовый рюкзачок идет на задание. Бензинчик у нас есть еще. Давайте на всякий случай еще один, наверное, возьмем. Хотя, наверное, хватит нам. Надо будет еще бензина нам найти. Да, не густо, не густо. Как вот сюда попасть? Летняя стоянка. Посмотреть, что там интересно есть. По пути. Тогда поедем вот так и посмотрим, что вот здесь вот есть. Тут, кстати, если наверх подняться, там есть еще какой-то лагерь. Типа кемпинг, как они его там называют. Да, машина, конечно. А, здесь ничего нету. Круто. Посмотреть бы, что там в лагере есть. Может, хотя бы болтов найдем. Ой-ой-ой. Так, да, здесь определенно что-то есть. Понятно. Так, поехали дальше. Значит, нам нужно доехать вот до вот этих типов. Наверное, вот
Где-то вот здесь надо ехать. Я что-то не помню там, как проезд выглядит. Понятно. Так, а здесь что? О, кстати, здесь может быть мешок с медикаментами. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, вот это пачка кислых мармеладных рыбок. Отлично. Понятно. Я так понял, там зомбаки тусуются, да? Так, окей, давайте вот этого типа убьем. Так, отлично, вот это нам пригодится. Ух ты, нифига себе. О, так, предмет роскоши. Что там, свежий кусок мыла? Мыло, отлично, отлично. Просто превосходно. Так, понятно, здесь какое-то оружие, скорее всего, будет. Понятно. Так, здрасте. Чавес. Он, кстати, мы его забирали в свое сообщество. Изысканные изыскательские работы. Да, купить мы у него ничего не можем. Тогда продадим. Смотрите, какое оружие. M6 Osprey RT 5.56. Круто. Seems clear, but I'd better stay alert. Так, значит, здесь есть лагерь. Понятия не имею, как туда добраться. А, ну вот там проходочка есть. Зря он, конечно, стреляет. Так, давайте так пройдем. Чуть-чуть пробежимся. Убиваем зомбиков. Is that a screamer? Блин, крикун, понятно. Так. Я надеюсь, он сюда не повернется. В какую сторону он смотрит? В ту или в эту?
А, что это такое? В блевотину попал, да? Так, давайте, идите сюда. Ну, дружище, для тебя есть работенка. Ах ты. Еще и кричит, когда не надо. Так, отлично. Сохраняем спокойствие. Ты чё орёшь? Попьём лимонадика. Дофига их тут что-то. Куда второй пропал? Так, ну, будем надеяться, что здесь что-то ценненькое лежит, что мы сможем продать. В принципе, рюкзачки тоже подходят. О, семена будем собирать, да? Да. Так, рюкзачок, да, туристический рюкзак, отлично. Подходит. Ага, все, отлично. Че, красивый? О. Надо, кстати, может... Как там, намечается Новый год? Давайте что-нибудь оденем. Шапку хотя бы. Какую-нибудь вязаную, да? Ой, нет, это военная каска. Так, нет. Вязаная шапочка, нет, не это. Кепка, кепка. Вот, лыжная шапочка. С лампочками есть. Давайте ей вот какую. О, под этот. Под рубашку. Подходит. Чтобы уши не мерзли. Так, ну что, теперь идем, значит, мы в эту часть, в эту сторону. Так, ну-ка, дружище, давай-ка ты сдохнешь. Так, будем ли мы пользоваться машиной, я вот думаю. Чуть-чуть ее подгоним вот сюда. Блин. Понял. Блин. На последнем издыхании машина.
Так, быстренько сели и поехали. Возможно, стоило бы нам... доехать до базы и ремочку там сделать. Но если у нас на это все детали, по-моему, нет. Сейчас дойдем до вышки, посмотрим, тут разведку сделаем, посмотрим, что здесь происходит. Да, жалко, конечно, что здесь ничего не найти. Да, 100 деталей. К сожалению, у нас нету столько. Сколько у нас? 93. Да, это, конечно, жестко. О, вот это отлично. Так, значит, что у нас там есть в крафте? Да, нужно на арбалет нужно 200 болтов, 200 деталей, точнее, и 8 материала. Офигеть, вот это да. Так еще помимо арбалета нужно же еще скрафтить болты, это еще 5. То есть нужно 13, 240 у нас деталей надо и 13 материала. Офигеть. Вот это да. I see a set of wheels that might still work. Look at that place. Extra useful outpost material. I'm looking at a juggernaut. Так, понятно, джиггернаут еще тут ползает. Это кто? Got a bloater to worry about. I just spotted another plague heart. Так, что я упустил? А вот. А нет. А, вот. Так, ну и что? Получается... Hey, да, нужно здесь два сердца уничтожить, чтобы вот эту базу занять. Так, мне бы какие-нибудь материалы здесь намутить. Вот здесь есть... Можно туда заскочить. Мешочек точно забрать. А мне еще надо вот до этого типа как-то дойти. Но лучше
конечно, доехать до базы, но сейчас мы не на машине будем туда пробираться, поэтому я думаю, до базы мы доедем. Починим без проблем, вроде бы как. Блин. Он успел закричать? Да падай ты. Блин. Это плохо. Плохо, что мы их так убиваем. Так, вот это мы забираем, и вот это точно тоже забираем. Ничего себе. Я бы все-таки сходил за мешочком материалов. Посмотреть, что там есть. Так, тут не пройти, да? Там скример стоит внутри. Так, понятно. Если он закричит, то это будет очень-очень... Блин. Побежали отсюда, о, блин. Да, планы меняются с каждым разом. Если мы здесь по низу пойдем, да, вон он там тусуется, и теперь все кричат там. Жесть. Так, он сюда смотрит. Не уверен, что мы там сможем подняться. Почему бы не попробовать? Да, загоняем себя в эти узкие пространства. Лучше пойдем поверх. Да, с арбалетом было бы гораздо легче все. Мы хотя бы на дистанции могли бы там каких-то типов убивать. Плюс еще они постоянно появляются. Меня это напрягает.
Так, чумное сердце получается вот на этом складе или на заводе находится. Значит, нам его надо будет уничтожить. И второе сердце у нас где? Не вижу. Вот это, да? Похоже на то. Попадает под влияние. Печально. Там целая толпа внизу. Хорошо, что мы там не пошли. Заметит он нас или нет? Вроде как не должен. Смотрите, машина практически целая, новая. А, нет. Бензина только нет. Понятно. Будем иметь в виду. Так, здрасте. Так, спасибо, что заглянули. Знаю, цены наши высокие, но такие уж нынче времена. Ну, окей. Так, наверное, надо у них купить кое-что. Кое-что надо купить. Пачка семян, понятно. Вот это, наверное, надо у них купить. Мешок. Отлично. Пускай здесь тусуются. Так, погнали, в общем, до машины. Будет еще время сюда вернуться. Здесь посмотреть, что тут есть еще. Я вот не знаю, если мы над ними проходим, как бы не получилось так, что они нас услышат. Не видно. Я так понял, там три крикуна, наверное, стоит. Не видно, чтобы там толпа какая-то ходила. Да, вон они. У нас еще появился бродячий торговец. Где он у нас находится? Таинственный радиосигнал. Так. Еще образцы не падают. Huh.
Да что такое? Они как будто бы специально вокруг меня так появляются. Так, что, неужели там толпа возле моей машины? Да, но они вроде идут в другую сторону. Так, а здесь что у нас есть? У нас тут какой-то завод. Так, есть. Я бы еще вот сюда заскочил. Посмотрел, но... Видите, вроде центр снабжения изделиями из металла. Может быть, тут есть что-нибудь интересное? Ребята вроде тоже туда идут, значит, там что-то, что-то есть. Ладно, не будем им мешать, пускай дальше идут. Вот еще дальше тут что-то есть. И там вроде какой-то микросклад есть. Так, отлично. Это нам надо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо. Они что, меня заметили? Не может быть такого. Просто не может быть. Блин, сейчас со всех сторон сбегутся друганы всякие. Так, понял. Так, а что это задание? Торговец жизненно широко. Найдите предмет роскоши, который мог бы... О, как раз здесь. А, понятно. Сейчас подождем, пока они там... Я не знаю, они вообще собираются оттуда уходить? Видимо, нет. Так, а вот эти типы... Типа ко мне идут, да? Понятно. Давайте. Мысль такая есть, чтобы сесть в тачку, съездить до аванпоста, сделать набор инструментов и машину отремонтировать, но черт его знает. Давайте уже добьем тогда это задание. Надо вот этих двоих убить. Зашибись. Как он меня заметил? Я же в этом. Так, все понятно. Это мы забираем. Ну что, пойдемте искать. Там еще один жиробас валяется. Oh, hey, we need this. О, that's great. Нашли. Так, отлично, цель достигнута. Так, это нам тоже подходит.
Потеря еды 2. А, медикаменты тоже у нас в минус идут, да? Для этого нам нужны все те же материалы. И, ну, с влиянием, ладно, черт с ним, я его как бы добуду, найду. А вот с остальным, как бы, черт его знает, как это делать. Я вот не знаю, где он тут лежит. Он сверху, что ли, лежит? Да. Понятно. Так, где у нас еще один ящик? Наверное, вот в той стороне, там бывает наверху он лежит. Вот здесь. Нет, нету. А, понятно, неужели возле него? Это жесть. Так, ну значит, вот в этом углу надо посмотреть. Да, здесь ничего нету, как будто бы. Так, кто-то там разочарован. Медфорд. Ну и имя у него. Так, отлично. Это мы берем. Это мы возьмем. Да, и нам нужно уже ехать. Подруга устала. Хочет отдохнуть. К сожалению, здесь мы не нашли. Мешок, может быть, это на улице? Вот здесь. А, нет, мы это уже смотрели. Правильно? Да. I'm guessing there's a plague heart not too far away. Так, все. Значит, как мы тут поедем? По-моему, сюда. Если здесь поехать, здесь нет дороги. Здесь надо направо повернуть. Нам бы, конечно, еще мешочек с едой. Не помешало бы, а то скоро закончатся наши запасы.
feral. Yo, as long as people give a shit, так. I'm happy to hang around here. Отлично. Больше не злиться. Закидываем все наше барахлишко. Так. Что у нас вообще получается? 7 материалов. Да, маловато. Давайте сделаем ремочку. Улучшить навыки механики. Отлично. Так, и можно будет, значит, ездить еще продать барахло. Вот, наверное, вот этим ближайшим съездить, посмотреть, что у них на продажу еще есть. Сейчас поменяем человечка. Мне бы купить у них еще какой-нибудь мешок. Вообще посмотреть, что у них там есть. Сюда толпа идет. Печально. У них, кстати, приободрение есть. Так, а здесь что? Бродячий торговец, кстати, и к бродячему торговцу стоило бы тоже съездить. Пока он не пропал. Где? У нас кто хочет поехать следующий? Не вижу. Сверху. За мужичка поедем. Oh, you know it. Так, неожиданность. Первая неожиданность. Все в бой. Мы не знаем почему, но сегодня все полны сил и желания порвать парочку зомби. Отлично. Хорошая новость. Так, у нас тут есть рюкзачок, да? Или что, я не понял. Я продал его, что ли? А, нет, вот он, господи. Так, все. Этот мы тогда продадим. Вот это продать, продать. И все. Да, не густо. Ладно, машину отремонтировали уже превосходно. У ребят, которые там... На севере у них есть куча мешков с едой. Мне бы могли эти мешочки пригодиться. Блин, он прямо на границе там стоит. Кричит. Ничего нету, да? Зато есть две книжки по медицине и по химии. Была бы книжка по компьютеру, я бы, наверное, взял. Но улучшить аванпост пока я тоже не могу. Все, это тоже продадим. Хотя, может быть, надо было разобрать его. Так, что там? Так, когда вы отправитесь покорять мир, адреналин поможет справиться с самыми сложными ситуациями. Физические действия требуют меньше выносливости. Так, уменьшено колебание оружия при использовании прицела, перезарядка занимает меньше времени. Члены сообщества устают медленнее. Ну, отлично. Надо тогда нам ехать. Я думаю, на север надо съездить туда же. Там кучу мест, где можно подлутаться. Давайте еще к этой к бродячему торговцу заедем. Возможно, есть смысл вот в этом домике еще покопаться. Ух ты. Целая толпа. Ха,
I need a break. Что такое? Так, дружище, здорово. Мешков ничего нету, зато есть, смотрите, какая сладкая вещь. Многозарядный арбалет. Вот сейчас бы он мне помог, конечно. Комплеты для изготовления болтов. Все использованные болты подобрать не удастся, но можно сделать новое. Установить это улучшение в мастерской, оружейной комнате, кузнице или автомастерской, чтобы улучшить способность изготовления в мастерской арбалетных болтов и легких болтов из имеющихся материалов. Из того же количества сырья можно сделать больше боеприпасов. Улучшенная биохимическая лаборатория. Установите это улучшение в битпункте или на другом объекте такого типа, чтобы получить возможность производить ZI адаблокатор и Z-адреналин. А также зомби-приманку, гранаты с газом гниляка и гранаты. Блин, крутая вещь, конечно. Стоит бешеных денег. Вот это вот хорошая вещь. Адаблокатор. Я не думаю, что она поможет при, чтобы заблокировать пробуждение других чумных сердец при уничтожении. Я думаю, эта штука не поможет, но как вещь, которая поможет там по территории перемещаться незаметно, очень даже хорошая вещь. Но ненадолго, по-моему, минуту три. Или 5 минут, что-то типа того. Коробка химикатов. Отлично, химикаты. Так, детали, отлично. Надеюсь, найдем здесь что-нибудь ценненького, чтобы продать бродячему торговцу. Еще 8 минут она здесь будет находиться. Так, вот это я забираю. А, понятно. А что это такое? Почему задание какое-то? Что за задание? Что за задание здесь? На наследие Тансона. Что это такое? Все самое лучшее. We'll find somebody for that. No problem. Thank you so much. I'm sure everything is fine, but I can't help worrying. А, это медицинская помощь. Так, насчет снабжения группы медикаментами. Не знаю, что за автомат, что он дает, куда его вообще потом. Как бы для выполнения задания, может быть, и надо что-то подобрать и отдать там. Чтобы влияние получить. Так, что здесь еще есть? Рей Сантос, это, по-моему, медик, у которой болеет раком, и он там свалил куда-то. И ему нужно будет помочь с... Блин, там три крикуна. Офигеть. Помочь ему надо будет с переездом. Там медпункт он там захочет сделать. А где еще ящики? А, на улице. О, так, вот это мы сейчас
продадим. Подруга еще вроде не ушла. Так, вот, отлично. Отлично, отлично, отлично. Блин, она стреляет по ним, да? Зря она это делает, конечно. Сейчас тут такой кипиш начнется. Все, я побежал сюда. Все, до свидания. Продадим другим желающим. Так. Блин, вот она. Дура. Как это произошло вообще? Капец. Я еще и не знаю, где пробудился чумное сердце. Скорее всего, вот на этой ферме. Вот здесь вот. Там чумное сердце есть. Давайте здесь тогда разведку сделаем. Ах, дура. Seems like somebody cleaned this place. Ow. Блин, они сюда идут, да? Так, нормально. Да, здесь не дотягивается. Ладно, я понял. Понятно, этот дом пустой. Вот эта подруга разбудила сердце. Отлично. Как это вообще может быть? Типа они меня заметили, что ли? Как это вообще работает обычно? От NPC не пробуждается сердце. Хотя, возможно, это по-другому работает. Это же Крикун активировал сердце. Ладно. Понятно. Поехали сюда, посмотрим, что там есть. Целая толпа в кукурузе. Hey Lily, I'm near the location you just shared, but the place looks empty. That's not good. I know this is asking a lot, but could you please check it out for me? Oh, definitely. Говорит, зайди, посмотри, все равно. Так, здесь похоже никого нет. У нас еще одна, да, неожиданность, по-моему, появилась. Так, вот. На карте изображена небольшая часть Rumble Valley. Внизу вписка «Привет, сосед». На карте указаны тайники с припасами. Можешь ими пользоваться. И вообще, заходи, поболтаем. Знаю подпись Ray Santos. Lily, you read me? I'm out here looking for Ray, but all I found is a map of some nearby farms. No. Ray usually spends more time out in the field than at home. That map could lead you right to him. I suggest you start with the closest site and work out from there. Oh, definitely. Учебник по ремонту. Отлично, заберем. А есть тут что-нибудь еще? Может быть, мешок с едой хотя бы? Так, здесь ничего, да? Здесь, походу, тоже ничего. Тут есть еще амбар. Слушайте, а здесь сердце не пробуждено. Так,
Так, отлично. Ребята там активно... активно приносят нам всякое. Всякое интересное на продажу. Блин. Fuck, my eyes are burning. Да, тут должна быть еда. Давайте попробуем хотя бы мешок с едой еще найти, а то что-то совсем там печально у нас на базе происходит. Так-то можно съездить. Генератор. Забираем. Вот это сердце очень легко будет уничтожить. Сможем его, в принципе, ножом даже уничтожить. Так, понятно. Так, это мы забираем. Я надеюсь, здесь будет еда или патроны. Так, чипсончики. Есть еда, еда, еда. Все, погнали до машины тогда. Так, хорошо, что зомбаки не умеют водить машину. Было бы печально прийти обратно, а машины нету. Так, сюда генератор, наверное, закинем на базу. Можно будет отвезти. Давайте ДРС Сантоса сгоняем. Nice to meet you. Let me guess. Lily sent you out looking for me because I haven't returned her calls. Давай, убивай. Should be upset, but the truth is, I could use a little help. I thought I had stashed some useful medicine here, but now I'm thinking the clinic up the road is my best bet. You mind keeping me company? I'm not moving as fast as I used to. Да. Так, значит, его сейчас надо в клинику эту перекинуть. Придется, наверное, задание ему это сделать. Где-то вот здесь. Вот. Да, 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 здесь. My body keeps reminding me I'm not a young man anymore. I've just racked up too many miles, I'm afraid. А какое сердце вот здесь вот могли пробудить? Что-то я понять не могу. Здесь же ничего нету. Все, здесь ничего нельзя подлутать. Погнали. Так, здесь мы должны выехать. Слушайте, они столько всякого уже в шкаф принесли. Как же зашибись. I'm afraid I let them down one time too many. I keep pretending like I'm a young, healthy guy. Promising what I can't deliver. I just hope they don't blame Lily and the network for my failures.
Давай, давай, быстрее. Так. Да, зря ты стреляешь, дружище. Так, нам сюда. Вот здесь справа, по-моему, что-то тут есть. О-о-о. Селеночки закончились. Давай, дружище, помогай. Ты чё? У тебя же пистолет. У меня ничего нету. По машине не стреляй, блин. Так, хорошо. Тут, кстати, медикамент. А, тут, по-моему, еда есть. Да, отлично, еще еды привезем. Блин. Такой из тебя стрелок, конечно. Все. Отлично. Тут еще ничего нету. Зашибись. Спасибо за помощь. Дальше я сам. Мне нужно найти обезболивающее и немного отдохнуть. Рэй, у меня такое чувство, что ты чего-то не договариваешь. Извини, но, наверное, пора сказать тебе правду. Да, дело в том, что... В общем, я умираю. Что? Ты умираешь? Да, боюсь, это серьезно. Рак. Черт. Вот засада. Но откуда ты знаешь? Много лет назад от этого умер мой отец и мой дядя. Теперь моя очередь. А столько всего еще не сделано. Прошу тебя, никому не говори. Об этом мало кто знает. И я не хочу, чтобы меня жалели. Если мне опять потребуется помощь, обещаю связаться с тобой. Ладно, Рэй, держись. До скорого. Hasta la vista. Отлично, цель достигнута. Так, что там, кто-то жалуется опять, там? Так, еду можно у него купить, да? Давайте, наверное, это сделаем. Вот это тебе, это твое. Химикаты я себе оставлю. Книжечку тоже, я думаю, оставим. Еду мы заберем к себе. Блин, жалко вот этот сарай. Нельзя. Нельзя, нельзя смотреть. Вот здесь должна быть еда. О. Оп. Отлично. Так, семена. Так, вот это и вот это. Отлично, еще один мешок с едой. Значит, что еще? Что еще? Я, наверное, не успею уже поехать там ребятам мешок с медикаментами отвезти.
А он разве не должен был что-то дать нам? По-моему, он что-то должен был нам дать. Надо зайти в дом, посмотреть, может, там на полу валяется. Ага, понятно. Так, о, кренделя. Отлично. Так, жалко, жалко, я бы сейчас вот этот энергетик бы выпил. Понятно. Ну, собственно говоря, это все. Все, что здесь есть. Так, возможно, можно продать кренделя. Welcome, my friend. Come in. I got some stuff to trade. Сколько стоит? How about it? Sounds like a plan. 51. Неплохо. Точно он нам ничего не дал, да? Я думал, он нам даст мешок с медикаментами. Что-то помнится такое. Ой, блин, не заметил его. Такого же цвета, как асфальт. Может быть, мы и не пробудили никакое сердце? Нет. Оно же не могло где-то в рандомном месте пробудиться. Здесь все нормально. Так, здесь у нас этот тип. Понятно, понятно. Вот эти ребята здесь тусуются. Они, кстати, нам, наверное, будут полезны, если мы будем уничтожать вот это сердце. Будем бегать к ним. Кучу еды привезли. Отлично просто. Так. Это сюда, 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 сюда. Сюда. Так, да, я думаю, уже ехать не будем. Завершим на этом. Что у нас в итоге? С едой поправили ситуацию. Но с материалами вообще ничего не поменялось. Всего один мешок, что ли, я нашел. Надо будет нам заняться вот этой территорией плотненько. Вот этим ребятам медицинская помощь нужна. Тут еще какой-то таинственный радиосигнал. Стоило бы, наверное, туда смотаться, съездить, что там, смотреть. Так, вот с этим сердцем как бы проблем не будет. Его можно уничтожить. Джесси, я в этом доме был, а там было 10 ящиков, которые можно обыскать. Вот эту базу я точно не вижу смысла брать. Она стоит 3500, еще и 6 человек надо. Это какой-то бред. Будем метиться все-таки сюда. Всего 1500 и 5 человек. Как-то более реалистично. Тут можно, нужно будет два сердца зачистить. Но мы тут больше будем, наверное, пока что ползать. Собирать барахло. Что у нас тут по крафту? Так, что тут неожиданности, да? Кучу-кучу всего надо будет, видите? У нас какой-то дебаф идет.
Так, нашли. Так, какие-то эти. Настойщики. Опять эти самогонщики, я так понял. Они каждую игру как-то по-другому называются. Смотрите, сколько всего они принесли. Офигеть. Вот это все надо будет съездить, продать. И, скорее всего, выкупить часть мешков, которые есть у этих ребят на севере. Давайте сейчас съездим вот к этим, которые здесь рядом. Посмотрим, что я смогу им продать, сколько всего. Может быть, что-то у них еще получится купить. О, машины нет. Испугался. Пока действует неожиданность, хотя бы немного денежек подзаработать. Блин. Отлично. Отлично, я поехал. Нормально. Блин, тут не проехать нормально. Поехали там. Заражаться точно не хочется. If I take out the nearest plague guard, блин, офигеть их тут. Don't just stand out there, hon. Come on in. ¿Qué pasa ese? Yo, wanna trade? Так, быстро, быстро, пока они не забежали. Так, отлично, продали. Продали, продали, продали. Теперь надо как-то свалить отсюда. Так, тут есть, кстати, с гигиеной человек. Вещь крайне полезная будет для нашего сообщества. Я еще заметил по пассивным бонусам от героя. Так, тут получается сопротивление заражению есть плюс 50%. Вещь классная. Максимальный запас еды, ну, в принципе, нормально. То есть еды просто и так нету. Скорость набора опыта, выносливость плюс 50%. Фитнес-гуру. Думаю, вот эти вот два точно. Вот это точно надо сразу ему улучшить. Типа будем как бы максимально беречь и улучшать. Кто тут у нас еще есть? Тоже гигиена, да? А это? Музыка. Ну, музыкант точно не нужен. Вот кто-то из них. Наверное, кого-то с гигиеной возьмем. Нам пригодится, чтобы меньше получать заражения. Очень полезно будет. Отлично, поднакопили мы влияние, неплохо так. Поехали на базу. Бег. Оп. Отлично. Задавили его. Так, все. Отлично, отлично. Так, бензин у нас, значит, будет цель. Благо, он там вроде бы как-то у нас добавляется плюс один всего. Надо будет с материалами решить вопрос. Черт его знает, как это сделать. Нам нужно найти кого-то из выживших
Может, повезет в следующей серии. Поторговать с ними плотненько и намутить больше мешков. Я думаю, поедем мы все-таки на северную часть города. Будем искать больше всего хлама. И что еще там есть на продаже, будем максимально продавать. И нужно будет мне все-таки скрафтить этот арбалетик. Потому что без него вообще будет очень-очень трудно. Особенно здесь. И будем думать, как будем здесь все это зачищать. Побольше ресурсов просто мне надо. Вот и все. Здесь есть и бензин, и это. Вот сюда надо будет мне как-то заскочить. Все это собрать. Что тут еще есть? Я вот не вижу потом, чтобы здесь материалы были. По-моему, вот здесь есть. Нет, здесь нету. Должен быть какой-то... Вот здесь есть, я вижу. Здесь. Да, вот здесь. Значит, надо будет сюда заехать. Тут еще и машина стоит. Понятно. Посмотрим. А если мы будем здесь уничтожать сердца, придется все 4 уничтожить. Они по цепной реакции будут активироваться. Да, такая себе задача. Ну что ж. Ребят, спасибо, что смотрели до конца. Спасибо, что пишете комментарии, подсказываете по поводу этого челленджа, испытания. Теперь мне все понятно. Не знаю, получится ли вообще мне до конца дойти и выжить. Ну что ж, будем надеяться, что да. А на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели до конца. За лайки огромная благодарность, ребята. Так что увидимся в следующей серии. Пока-пока.